Так, отправляемся, да? Да. Идемо обалом поред Каменова, Маестрала, Милочера, Кралične Краљеве плаже, Светог Стефана, около Светог Стефана на острово Свети Николај. Тамо можете да правите паузу до 20 минута или до 3 сата после подне, значи до 15 часова и враќамо се назад. Значи минимално сат и 20 минута, а максимално до 15 часова. О. И цена стоит 36. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на Ютубе и смотрите другие наши видео. Ждем вас!